одним из основных танцев на балладе в 19 веке были контрдансы, да? Контрдансы. Ну, мы как-то, в общем-то, уже в наше советское время не знали, что это такое. Но мы специально для вас кое-что выучили. И сейчас мы хотим станцевать контртанц «Золушка» называется. Я вам прочитаю стихи Германа по поводу «Золушки». Они особенные танцы, магические контртанцы. Ни звон мечей, ни пушек рёв их не затронули покров. И так спокойно на душе припали вверх и под шоссе. И греет душу солнышко при контрдансе «Золушка». Thank you.
Георгия, вальс Святого Георгия.
и небо над Листвой. Тогда же романешки звуки умолкли, грустный свет струя. С высот небесных пали руки, о, будь со мной, любовь моя. Я немножко перебила. Спасибо, Герман. Вот такой вот замечательный. Хорошо, Витальевич, правда? Вы знаете, я вот танцевала, не могла фотографировать, а как бы мы кого-нибудь поставила, вы сказали, это такая красота, так много народу, дорогих мне друзей, таких красивых и так хорошо танцуют. Просто счастье мы. А тем более здесь так не нужен. Друзья, все хорошо люди встали, значит, знают, о чем речь. Греческий хоровод «Витальевич». В этой песне поется. Она поется сначала на английском языке, переведена на греческом языке. Перевели с друзьями из Афин вместе, что это такое. Оказалось, что в этой песне. Молодой человек, вспоминаешь, он задал мальчик, он ходил в монастырский сад. Ему там нравилось, как по осени собирали урожай. Теперь он подрос, он будет тот же. Сад монастырский. И он обратил внимание, какие красивые девушки собирают оливы. Присмотрел он одну и говорит, кончай работу, слезай с дерева, давай поженимся. Это современным языком там как-то немножко по-другому. Можете сказать, мы сейчас так же. Друзья! Вам говорить нечего, что, значит, ты ответственный за половину, вот, потом и за ответственность в той половине пополам. В этой половине кто у меня ответственный? Алексей ответственный. Прошу, Коломатьянош. Yeah.
дамы входят в круг. Невольно становясь примером, шагают к центру кавалеры. Они достоинства полны и дамами увлечены. Пусть будет славен круг друзей, как древнеримский Колизей. Thank you.
дорогие друзья, а главное там что вы так поворачиваете и уходит от зрителей. Ну, повернитесь, улыбнитесь. Умение танцевать мазурку очень высоко ценилось на придворных балах 19 века. Мазуристы хорошие были на вес золота. Помните, Александр Сергеевич Пушкин писал: «Мазурка раздалась, бывало, когда гремел мазурки гром, в огромном зале все трещало, паркет трещал под каблуком». А Герман Беляков наш добавил: «Я вас хочу всей силой страсти мазуркой пламенной пленить, зажечься от чужого счастья, свое несчастье спалить». Вот так, какие стихи, какие. Он уже второй бал в стул носит, наверное, ему надо. А вы знаете, кстати, я знаю партнеров, которые по видео смотрят танцы и учат так, перед телевизором со стулом. Ну, это как обнимать. Идет другой, ну, такой пожар, на другой идет танцевать. Значит, Калина, садись, Калина, садись. Ну, просто сейчас сначала покажем. Так, все, вы вроде обжуете. Так. Партнер подходит, партнеры двое подходят, подходите. Одному цветы, другой, да? И все сначала. Так, вот отсюда и начнем. Все, начнем сначала. Итак, вальс с цветком, прошу.